Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Под марш полицейского оркестра горнолыжники Самарской губернии вышли на старт первого открытого турнира на призы председателя спортивного общества «Динамо» Сергея Солодовникова. Глава МВД по Самарской области первым протестировал соревновательный склон. Трассы остался доволен. На вершине она позволяет набрать хорошую скорость, в середине проверяет мастерство гонщика, а в конце лыжник может показать красивый финиш. Я лыжник начинающий, и у меня моя история катания 3 года условно, но тем не менее мне очень нравится этот вид спорта. Он такой очень объединяющий вид спорта, очень харизматичный. Он стимулирует, он направляет каждого из нас на хорошие, большие, интересные дела. Чемпионов и призеров соревнований склон определял в 3 возрастных категориях – дети, любители, ветераны. За медали первого полицейского горнолыжного турнира катались также известные люди губернии. На горные лыжи я встал где-то примерно 20 лет назад. Вот. Но так очень сильно не катаюсь, но мне очень нравится этот вид спорта. Независимо какой вид спорта. Вовлечение, массовое вовлечение людей в спорт – это и есть один из главных элементов здорового образа жизни. Для большинства участников гонки турнир Солодовникова – первый по горным лыжам. Настроение как праздничное, такое боевое, тем более наши как бы профессиональные со своими коллегами. То есть здесь уровень, в принципе, у нас практически у всех, я так понимаю, одинаковый. То есть в хорошей дружеской обстановке соревнования, надеюсь, пройдут. Самое главное, что мы получим удовольствие. И параллельно занятия по физподготовке. Гигантский слалом быстрее всех проходили молодые спортсмены. Среднее время на финише около 30 секунд. Любители-ветераны катались в 2 раза медленнее. Тем не менее, в каждой номинации победители и призеры получили от главного полицейского Самарской области дипломы и медали. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.